Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим обезвреживать неприятных людей, проще говоря, засранцев, в игре под названием Fast and Low VR. Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами, казалось бы, зачистили этот магазин, но я допустил одну страшную ошибку. Я случайно взорвал... Что там происходит? Чел, что за жесть? Молодец. Я случайно взорвал гранатой заложника, и в итоге миссию не засчитали. Ну с кем не бывает? Ну подумаешь, ну взорвал. Ну и чё теперь? Не засчитывать? За это, что ли, ничего? Так, ладно, пистолетом я больше пользоваться пока не буду. Мы действуем аккуратно. И да, я... Вот куда ты полез? Ну вот зачем ты туда идешь? Ну объясни мне, ну ты больной? Или ты дурачок? Ну ты просто скажи, я дурачок, все. Тогда вопросы все отпадут. Так вот, я решил взять дробовик. Мне его посоветовали, сказали, что это хорошее оружие. Ну... Не знаю, друзья, сейчас мы это проверим. Враги, может быть, будут его бояться сильнее. Сдавайтесь. Бросай быстрее флешку. Тут вас всего лишь двое, да, я смотрю? Ты там сдаться не хочешь? Не хотел сдаваться, я предупреждал. Не сдавался. Ладненько. Кстати, тут нет заложников, что удивительно. Это... Прикольно, заряжается прикольно, по одному патрону. Пока дробовик, честно скажу, друзья, я от него не в восторге. Оружие весьма сомнительное. Пристегивайся. И в напряженной перестрелке могут быть проблемы. Так, ладно, зарядили. Давай-ка еще подзарядим. Все. Перезарядились, один патрон выскочил. Я не умею пользоваться дробовиками. Давай, дружище, знаешь что? Кидай туда флешку. Попробуем арестовать их. Я знаю, что это... Они уже открыли сами дверь. Заложник? Ну ты что делаешь? Тут сразу двоих завалил, ну фига ты дерзкий сегодня. Оу! Не было времени. Блин, завалил еще одного плохиша, ну не страшно. Еще минус один. Блин, я не могу из него целиться. Yes. Вроде бы научился целиться из дробовика. Итак, заложников мы не потеряли. Дружище, вот не надо за мной бегать. Сядь. Сядь, встань. Не надо за мной бегать, не надо. Он забрал мои наручники. Давай, я тебя завяжу и все, и сиди здесь. Просто, пожалуйста, у меня граната есть. Я уже взрывал заложников, не хочу. Они с ножом даже бегают. Не хочу повторять свою ошибку вновь. Давай, красотка. Похоже, сейчас я буду переключаться, не знаю, на пистолет, потому что дробовику я не доверяю. Но я еще и целился криво. Нужно было все-таки сводить мушку и целик. А я как бы, ну, ладно. Главное, что... Угу, он был перезаряжен. Главное, что он опять перезаряжен, и можно идти дальше. Где прячутся засранцы? Ни одного мертвого заложника, я удивлен. Я знаю, что тут будет засранец. This is the police. А я предупреждал. Блин, серьезно? Пипец, обидно. Нет, друзья, я не буду бегать с дробовиком. Вы уж меня поймите правильно. Я не понимаю этой пушки. Я ее не... Мне она некомфортна. Она, наверное, классная, да, но не в моих руках, это уж точно. Давайте переключимся на старый, добрый, не знаю... СМГшку. Я раньше с винтовкой бегал, а сегодня я побегаю с СМГшкой. Так. Ну что, идем выполнять миссию. Теперь я буду жестче, быстрее, ловчее. И, дружище, не тупи, пожалуйста. Работает спецназ. Даже не вздумай. Даже не пытайся. Сдавайся. Ладно, он достал пистолет, он был вооружен. Его никто не просил об этом. А ты куда побежал опять? Где перезарядка? Не надо перезаряжать. Ты что там делаешь? Там что-то интересное, а? Я даже зайти туда не могу, это нечестно. Ладно, чел, давай. Иди-ка сюда. Работаем, работаем. В следующий раз, возможно... This is the police. Underground now. Мы входим. Oh,
Где еще? Вау, что за жесть творится? Блин, что за жесть творится здесь? Что это происходило? Я не понял. Так, ладно, рестарт. Это какая-то лютая жестячка. Обычно такого не должно происходить. Так, ладно, быстренько, быстренько. Блин, я без флешки оба просил открыть дверь. Стой, остановись, не надо. Давай лучше с флешкой. Давай, 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 давай. Главное, чтобы такой дверь... Ну ты тупой. Follow me, можно? А теперь открывай. С флешкой, давай. Дебильная твоя башка! Ладно, плевать. Просто психанул. О, уж извините, просто психанул. Плевать мне на засранцев, они не хотят арестовываться. Патрончики, патрончики, патрончики. Минус один. Минус второй. Заложников не трогать. Куда вы ползете? Да не бегайте за мной! Сядьте, просто сидите на месте! Пожалуйста, не бесите меня! У нас тут сложная миссия, я и так не могу ничего сделать один. Yes. Давай же, встань. Там заложник с ним сидит. Перезаряжусь на всякий случай. Одному даже как-то спокойнее. Так, давайте-ка мы их, наверное, никто не погиб, это не заложники, все нормально. Пока действуем, конечно, очень радикально, но действуем. На, привязывайся, давай. Первая есть, мужик. Мужик! Мужик! Я тебя сейчас дам по лицу. Во, сразу послушал. Все, отлично, едем дальше. Я примерно эту локацию знаю и знаю, где... Так, даже не вз... Сядь, сиди. Знаю, что тут будет сейчас один засранец. И вот тут должен быть, нету? Удивительно. Такс, хорошо. Окей. Значит, основная масса плохишей. Блин, заложника ранил. Пипец, а нафига он выбегает? У него ноль мозга, что ли? Такс. This is the police. Hands in the air. Сдавайся, мужик. Мое дело предупредить. Ваше дело умереть. Так, давай с тобой тоже разберемся. А куда тот дебил побежал? Ты не видел его? Которого я ранил. Ну ладно. Ранение в ногу лучше, чем смерть, я считаю. Там что-то кто-то вышел, нет? Да почему я достаю не то, что нужно? Давай, давай. Просто, просто сидите тихо. Сколько у меня патронов осталось? Это последняя обойма, друзья. Останется только пистолет. Так, они вот за этой дверью. Мне нужна слеповая граната. Пошла. Hands in the air. This is the police. Молодец. Решил сдаться, удивительно. Отстреливался до последнего, но решил сдаться. Я уважаю твой выбор. Ты останешься жить. Итак... Ха, еще не все враги уничтожены. Калаш взять, видите, нельзя, блин, жалко. Давай. Что, у меня патроны еще есть? Их же вроде не было. Ладно. За дверью есть кто-то? В толчке наверняка. В эту дверь я заходить пока не буду, страшно, потому что... Патронов нет, все, полностью закончились. Перезаряжай, не перезаряжай, толку не будет. Остается только пистолет. Тихо. Тихо, 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 тихо. Без резких движений. Ты все это время прятался в туалете. Молодец. Так и сиди дальше. Перезаряжу на всякий случай я свою пукалку. От греха подальше. А где моя рука? Стопе. Ладно. Блин! Ты с...
А оказывается, друзья, не обязательно, вовсе не обязательно было, ну, играть по-мирному и никого не стрелять, и никого не арестовывать, точнее, арестовывать. Короче, главное, нужно было успеть за время пройти этот уровень, и, в общем-то, все отлично. Можно было бы еще найти скрытую арену, но сделать этого я не смог. Ладно, давайте посмотрим, что за миссии нас ждут дальше. Честно говоря, меня эта миссия запарила, и мне не терпится перейти уже дальше. Вот серьезно. И следующая миссия у нас где-то в пустыне. Так, а что по оружию? По оружию пистолет стандартный, флешки, гранаты. Ну и, наверное, я возьму сегодня все-таки винтовку. Она самая надежная для меня. Что ж, давайте начинать. Почему именно в пустыне? Я не знаю, что может быть такого в пустыне. Стоп. Это что? Погодите-ка. Вау! Тут все прямо очень так и серьезно. Вау, нифига, нифига, что творится. Это будет суровая миссия, черт побери. Так, давайте сперва зачистим задний двор, дружище, а потом будем с флешкой врываться в дом. Знаете, чем мне нравится винтовка? А, ну да. Хотел сказать, чем мне нравится винтовка. А эти засранцы уже сзади, черт побери. Ладно, тогда, пожалуй, в первую очередь ликвидируем их, братан. Давай попробуем. Но мне кажется, эти ребята очень серьезно настроены, и вряд ли они просто так сдадутся. Вот я уверен, что этого не будет. Но мы... А, ну молодец, правильно. Ну, по крайней мере, двоих, слушайте, мы смогли как-то на... Нифига себе, ловушка! Жесть, у меня чувак, как будто бы он терминатор. Еще есть кто? Так, мне страшно. Я не знаю, куда идти, блин, чувак, тебя задели шальные пули, да, как всегда. Ладно, сейчас посмотрим, что да как. Сидеть, бояться. Не было времени у меня его арестовывать. Ладно, что-то у нас с флешкой не задалось, да, дружище? Давай, может быть, в этот раз тебе повезет больше, и ты ее кинешь все-таки туда, куда нужно. Как ты считаешь? Получится у тебя? Ой, молодец, удивительно. Он не хотел сдаваться, я почувствовал это по взгляду. Вы стоите аккуратно. Такс. Вот этот парень, в принципе, может быть, сдастся. Блин. Нервы, нервы, друзья. Нервишки, вы же видели, что никому здесь доверять нельзя. Главное действовать быстро, пока заложники все еще целы. Ну что? Допрыгались, добегались, а? Ирокезы. Пицца была вкусная, но это была ваша последняя пицца в жизни. Ой-ой-ой, там еще один засранец. Чем неудобно это строение, что враг, по сути, может с любой стороны прийти. Пока ты зачищаешь дом, враг... Вот он, вот он, вот он, вот он. У меня кое-что для вас есть, ребятки. Пипец! Так, там заложник. Так, заложник. Да блин, почему? Они прячутся за стенами. Черт, это нечестно. Они играют подло, я стараюсь их арестовывать. Я хочу посидеть их, сохранить жизнь. А они прячутся за стенами и просто творят какую-то дичь. Что ж. Так, хотя бы вот этих двоих арестуем, уже будет неплохо. Надеюсь, мой напарник снял того чувака, который мешал нам. Сдаешься? Ой, молодец. А ты? Ты, видимо, нет. Долго думаешь. Я уважаю твой выбор, дружище. Вот я реально люблю таких чуваков, которые сдаются. Меньше пролитой крови, больше счастливых людей. Так, ребят, я вас тоже арестую, вы уж простите меня, но надо вас связать, чтобы быть спокойным. Я не бичес, ты сам тот еще бичес. Я нормальный дядька, я просто пришел, ну, завершить вашу вечеринку, можно так сказать.
Вы допоздна гуляли? А где мой братан? Его, походу, все-таки ликвидировали. Наверное, где-то тут его... А нет, он тут, смотрите-ка. Нифига он тут прошелся, дружище. Ну ты прям реально Олег. Жесткий причем. Так, ну какое из этих помещений может быть агрессивным? Давайте проверим вот это помещение. А хотя флешки у него, наверное, нет, но пускай все равно выбивает дверь. А я буду отсюда стоять, как бы, ну, прикрывать тебя, дружище. Давай, быстрей. Знаю, что страшно, ну, пожалуйста. Просто, ладно, открой. Open and clear. Ну, ясно. Типа, открыл. Вижу заложника. Ее сейчас убьют. Ты двоих положил? Блин, чел, ну ты дикарь. Девушка, на землю. И ни звука не издавать. Лежите спокойно, тихо. Я не знаю, сколько в доме врагов. Я не знаю вообще ничего, что здесь творится. Блин, надо было его пощадить. Дружище, прости. Но в следующий раз буду знать, что ты, в принципе, идешь на сотрудничество охотно. Понял, да, что твоему братану пришлось не сладко? У вас тут, блин, целый склад оружия. Жесть, вы к чему готовитесь? К войне, что ли? Зачем готовиться к чему-то? Мир во всем мире. Мы за процветание и любовь. Там кто-то рычит, хрипит. Помогите нам, написано. Нифига. Слушайте, это что-то... Это напоминает место, где держат, ну я не знаю, рабов, может быть, или что-то в этом духе. Тут занимаются торговлей людьми, и это прям не очень хорошо. Ах, ты же мог еще пожить какое-то время без руки. Ну ладно. Не переживай. Все плохое позади. Дальше будет все только очень хорошее. Блин, будет печально, да, прикиньте, если нас все-таки завалят с этим напарником, и потом придут сюда бандиты, а она связанная, хотя она могла убежать. Ну, в общем, ситуация такая, пренеприятнейшая, скажем так, да? А, это их комната. Так, мне бы перезарядиться на всякий случай. This is the police. Никого? Странно. Удивительно, я бы даже сказал. Давай, попробуем и тебя арестовать. Ну, смотрите-ка, практически весь дом зачистили и, в общем-то, без особых... За дверью никого, без особых проблем. Я сказал лечь. Или присесть. Сейчас попрошу чувака баллончиком тебя залить. Так что давай, без шуток. Рили. Я предупреждал. Так, остается последняя дверь, и вообще никому не известно, что за этой дверью скрывается. Мне страшно. Сдаться не хочешь? Вот этот явно не хочет сдаваться. А вот то, что справа, в принципе, может быть, захочет. Подними руки. Вот так. Я как чувствовал, дружище, что именно ты захочешь сдаться. Красавчик. Так, ну вроде бы спокойно, смотрите-ка. Ха, мы еще не всех зачистили. Может быть, в соседнем доме есть враги? Сложно сказать. Ну, комнаты уж точно все зачищены. Все заложники связаны, по большому-то счету. Связано. Связан. Здесь связаны. Здесь мертвые связаны. Тут у нас чел просто отдыхает. Нет, ну получается, что мы все зачистили. Но выходит, что надо дома все зачистить, не только этот. Вы сейчас... Вот, друзья, смотрите-ка, есть еще одно маленькое здание, в котором могут быть засранцы. Я даже не знаю, как действовать. Стоять, не вздумай, не дергайся. Фух, ну в целом хорошо сработали. Слушайте, эта миссия даже попроще, чем предыдущая в магазине. Предыдущая в магазине вызывала просто жопа боль бесконечную. А тут с первого раза. Ну не с первого, но ладно. Со второго, третьего или четвертого. И плюс мы многих арестовали, освободили заложников и все равно дали звание ковбой-коп. Ладно, погнали дальше. Следующую миссию посмотрим. Ну, я счастлив, что с этой миссией получилось лучше. Возможно, сказывается уже оперативный опыт. Как бы не первый раз. И смотрите-ка, опять магазин, только в этот раз нечто напоминающее супермаркет.
Придется поработать в супермаркете. Или, может быть, это оружие играет. Тихо, орать не нужно. Важную роль в победе. Так, ну они, похоже, захватили заложников в супермаркете. Через главный вход, конечно, безрассудный. Оу. Воу! Это что за приколы такие? Нифига себе! Ха! Ха-ха-ха! И... Они просто... Надо заходить сзади! Они убьют заложников, если я зайду спереди. Жесть! Вот это реально жесть! Обычно в таких случаях, ну, спецназ, не знаю, пускает газ или что-то в таком духе. Но уж точно они не летят с пушками наперевес. Так, у меня кое-что для вас есть, ребятки. Специально для вас подарочек. Лежать бояться? Братан, ну вот зачем ты полез вперед? Так, одного заложника удалось уже освободить, неплохо. Братишку моего жалко, конечно, то, что он полетел вперед. Хотел побыть героем, но в таких ситуациях геройство неуместно. Неуместно. Герои обычно не думают. Я сейчас умру. Пистолет, где мой пистолет, черт возьми! Фух. Вы видели, меня перекосило, я пистолет не мог достать. Я чудом выжил. Даже не верится, что в такой ситуации можно было выжить. Чел, ты веришь? Лично я не верю. И опять они все одинаковые какие-то здесь. Почему они? Что это за банда такая безрассудная, поехавшая? Так, это офисное помещение. Тут у нас бухгалтерия, отдел кадров и все в этом духе. This is the police, я ж говорю. Так, что-то меня немного перекосило, похоже. Вернулся обратно. Ты позволишь меня, ну, тебя на превьюшку сфоткать? Или как бы, может быть, вот так как-то? Ладно, возьму винтовку. И с винтовкой, вот так. Красиво. Ладно, это все баловство, давайте займемся делом. Я тебя буду арестовывать сейчас, дружище. Где мои браслеты? Давай. Хороший мальчик. Ну, мне хотя бы дали много боеприпасов. Хотя, как сказать? Где моя винтовка опять? Она же была тут. А где моя винтовка? Она же была... Вот она. Сколько? 90. Не так уж и много на самом деле. Я думал больше. Ух ты. Сдаешься? Такс. Надеюсь, это не... Сдавайся. А, у него руки отнял, я ему руки прострелил. Да, сдаться он не мог. Ну ладно, друзья, давайте на этом, пожалуй, пока остановимся. Миссия будет реально сложной. Сегодня мы ее пройти все равно уже не успеем. Ах, тут посмотрите, какая банда. Надеюсь, видосик вам понравился. До новых встреч, всем удачи, пока. Счастья вам, друзья.